просто сейвят и просто пистолеты. В итоге Снэч идет фармить, у него это получается, просто без шансов. Он здесь зарабатывает 600, 900, нет. Все-таки Дэв его угомонил. А, буквально недавно была статья на HLTV.org по поводу того, как изменилась мета после экономики. И какие там была выведена статистика, какие счета в среднем выходят. Так вот сейчас с новой экономикой счетов, которые были раньше. Просто Молик. Так, есть у нас размен. Дэв делает фраг по Миху, тут же отвечает Бьяли. Ну, Virtus.pro решили зайти на центр карты. Как хорош здесь Снэч. Он сделал очень важный минус в окне. Легендар погибает и просто в меньшинстве. Какой четенький ретейк. Да вообще, что просто происходит у ВП? Они их переигрывают тактически очень жестко. Так вдобавок ко всему, они их просто перестреливают. Да. Тут, ну, вы видите, смоук джангл, смоук дулпан. Бомб... О, выбили. Фларич, отлично. 5-4 ситуации. Тут же на голове Дэв еще и делает один минус. 5 в 3. Пакет все еще не стоит. Virtus.pro, в общем-то, неплохо раскидали. Однако мы видим, что просто отлично работает на обороне. Аплентап. Что-то они медлят. Медлят, боятся. И... подвал уже прошел. Снакс. Отличный фраги. Как так? Минус от Ау, минус от Снэча, минус от Снакса. И все, нужно сейвить. Просто буквально паузу какую-то выдержали. Хотя бы одного зацепить. Нет, он свой, братан. Пошла хаешка. Так, слава. Выживает Снакс. Все-таки делает он фраг, но тут будет просто тир. Екиндар с Фларичем делает по фрагу, но опять же 2 в 3 ситуации. Есть варианты. До этого, кстати, они 4 в 5 там разделились и сыграли с большим люркером. Ну, смотрим. Ретей, коннект. Оу! Как-то пропустили здесь коннектор, неожиданно. Екиндар с Аугом делает один минус, также еще можно забрать там красный игрок команды Virtus.pro. А что самое интересное, Боба в Б-доме, и он убивает Кенсера. Они выходят под эту раскидку. Не-не, они все сделают холд и повторят, наверное. Да все, вот пошел первый, пошел Снэч, и пошел подвал, сейчас будут биться за коннектор, но здесь через подсадку хотели сыграть. Она пытается разыграть фейк, при этом понимает, где оппонент, еще и красный забирает своего. Ой-ой-ой. Визави, и тут выход на единичку. Чекают, вот это да, и не забрали игрока с бомбой, какая жесть происходит. Бомб has been planted, Dev. Знает, что здесь один, Туау далеко, но не справляется с Миху. А спустился во все тяжкие, решил там на старости лет раздать пирогов. Ну почему пирогов. Бы нет? Почему бы и нет? Так, а смотри, большинство просто. Тут как-то Virtus.pro до сих пор, при всем при том, что они сделали огромный объем работы, отличный выстрел. Он быстро занимает коннектор, и Кендар врывается. Сейчас должен в упоре забирать своего оппонента. Как? Каким чудом! Вот как так, Леша? 20 секунд они решили уйти на базу. Ого! А там Virtus.pro очень хорошие позиции в коврах. Под коврами оба. И тут просто будет мясорубка. 2D будет всех стирать. Минус 2. Бьяли. Айван на размене. А этот не ждет. Его просто не ждут здесь. Все. Это 14 раунд для Virtus.pro. Какой же ты красавчик. Тут команда Virtus.pro. Так, ну что, просто последний выход. Возможно, последний раунд в этой карте. Ну, 3 игрока их уже принимают.